очень похоже на идет подготовка, они очень красиво начали уходить со всего мира. Если, что происходит? Им нужно дестабилизировать Ближний Восток. Оптимальный вариант. Как он делается? Тайным союзом США, Израиля, Ирана и России, тайным союзом, говорю сразу, это будет понятно только по истечению лет, происходит раздел Ближнего Востока за счет Саудовской Аравии и Турции. Персы получают восточные провинции и все побережье из Персидского залива с месторождениями и Ирак. Плюс они берут на себя как бы обязательство 10 лет не поставлять нефть и газ на мировой рынок. Это достигается очень просто, просто разбомбят все там и нормально. Израиль здесь получает защиту от Персии и России на период, пока США там нет, плюс выселяет всех палестинцев, которые есть. Россия получает проливы и Измир. Плюс вся торговля между Китаем и Европой не может идти по морю. Там невозможно идти, все разбомблено, уничтожено. Начинает идти или через Транссиб, или по Северному морскому пути. Мы откажемся? Нет, персы. Никто от этого не откажется. Сценария первым номером и очень красивый. Где-то как раз вот в районе 20-22 года может развернуться.